Мир полный чудес и загадок. Воздушные гимнасты, жонглеры, животные и, конечно, клоуны. Главные персонажи цирка словно оживают на листах бумаги. Все эти работы выполнили московские школьники, участники конкурса «Цирк зажигает огни». На этом конкурсе я представила свой рисунок о том, что каждый, несмотря ни на какие ни болезни, ни дела, может посмотреть цирк и даже сам в нем поучаствовать. Тут изображен клоун, силач, гимнасты, медведь на велосипеде. Рисунок – это одна из номинаций творческого состязания. В рамках этой номинации ребята не только рисовали цирк будущего, но и пытались создать анимацию, показать, каким они видят этот мир, детство и мечты. Мы сходили с родителями в цирк. Нам настолько понравилось, что мы захотели сделать и мультфильм про цирк. И мы сделали главным героем клоуна, который за все там отвечал. Говорил, кто выступает следующим. Который говорил, какие животные выступают, какой будет номер. Другая номинация конкурса – сочинение. Школьники писали о цирковых династиях и чудесах на манеже. На конкурсе я представил сочинение по теме «Чудеса на манеже». А сочинение мое о моем опыте в цирке и о том, как он устроен, что происходит на манеже. В цирке я был уже довольно-таки давно, но мне всегда там очень нравилось. Когда ты заходишь, очень приятная и дружественная атмосфера, очень весело, очень нравятся животные. Городской конкурс «Цирк зажигает огни» был организован Музеем современной истории России совместно с городским методическим центром. Творческие работы представили более 900 школьников. Представлено огромное количество тем. Это и цирковые династии, это артисты цирка, это цирк, каким мы его видим в будущем. И вот эти темы были предложены детям для их творческих конкурсных работ. И, на мой взгляд, они все очень замечательно справились с этим, потому что и в рисунках, и в мультипликационных вот своих работах они все это очень хорошо продемонстрировали. Победителей и призеров конкурса отметили дипломами и сладкими подарками. Но главный приз, пожалуй, участие в одноименной выставке «Цирк зажигает огни», посвященной столетию отечественного цирка. Картины юных художников можно посмотреть до 16 февраля.